Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и это прохождение игры Metro Exodus. Игра старенькая, но конкретно вот эта игра новая, потому что в этой игре уже доработаны лучи, там новые функции в графике добавили. Короче, много всего нового добавили разработчики. Посмотрим, как это будет выглядеть на экране. Игру я уже проходил, старую версию. Мне очень понравилось, сюжет бомба. Посмотрим, как тут будет все это выглядеть. Вот, также подписывайтесь, ребята, на канал. Ролики выходят на канале каждый день. Также теперь каждое воскресенье я буду записывать стрим. Я уже провел один стрим, проходил игру Assassin's Creed Odyssey. Игра тоже бомба, вообще кайфовая, мне понравилась. Так что присаживайтесь поудобнее или прикладывайтесь поудобнее и поехали. Новая игра. Так, сохранение 1.2. Да, я уже начинал проходить, запускал игру, смотрел как-то, что тут. Ну, давайте изменим одну. Мне ж... Так. Ну, выберем нормально. Не будем страдать. Будем проходить с удовольствием. Ой. Классная игра. Посмотрим сейчас, как 3070 Ti вывезет. Я нет. Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду.
Я должен поймать сигнал. Вот так вот. Интересно, интересно. Короче, ой, нога застряла. Тёмка будет теперь у нас сигнал искать. Другого большого мира. Он не верит в то, что весь мир живет под землей, в метро. Поэтому он будет бегать все время, искать сигналы другого мира. Так, и мне кажется, картинка какая-то мыльноватая. Я не знаю, или может не кажется, может... Я вроде в настройках лазил, все варианты перебирал, абсолютно все. Ой, вот это фриз был. Нехороший, нехороший. В общем, я все настройки перебирал и что-то как-то я не нашел. Что-то похожее на... четкость, что ли? Хотя не, вроде норм. Надо посмотреть на эти, на цифры. Какого они качества будут. Так, уже я голову могу крутить. Крутяк. Да, прыгай так высоко, хорош. Да не, вроде не мыльная. Вроде и мыльная, я не пойму. Может это из... Не, все нормально, все четко. Так, единственное, я хотел, знаете, что сделать? Еще раз зайти в настройки. Игра, специальные возможности. Наверное, игра, субтитры удержит... Субтитры мне не нужны, правильно, вот, я хотел убрать... субтитры. Ну, потому что я типа и так на русской версии говорю. Ну, в смысле говорю, играю. Поэтому зачем мне субтитры? Я и так все понимаю. Чтобы было максимальное погружение. Так, и чё мне эта зажигалка? Так, ну я проходил очень-очень-очень давно игру, поэтому я особо не помню, как то что-то. Я примерно какие там локации, куда там. Оля, я тебя люблю. Ясно. Оля, я думаю, это уже не узнает. Так, это чё? Это какие-то ништяки. А это патроны. Так, зажигалочку надо. Кто-то смеется. Блин, еще и пауки лазят по мне. Так, там кто-то живой. Надо идти на помощь быстрее. Так, это у нас заброшенная станция какая-то. Ну... да, по внешнему виду, она очень давно заброшена. Ух ты, падла! Блин, а? Вот тварина, а? Пес. Так, мне нужны патроны. Ого, сколько вас тут. Так, отключаем фонарик. Чтоб не привлекать внимания. Вдруг они еще полезут. Так, это у нас что? Новая заметка. Приехали. Пока все тихое. Видели только пару крысы. Ребята разгружают дрезину. Так, это 11 августа. Так, 12 августа. На старые блокпосты народу не хватает. Коля погнал за второй партией.
А мы пока будем держать только перрон и гермоворота. Михалыч там еще, похоже, черти сколько возиться. Все проржавело намертво. 13 августа. Пристрелили пару стражей. Подкрались под эскалатором, сволочи. Привод, кажется, издох окончательно. Михалыч ничего не обещает. Фильтров маловато. Надо скорее что-то решать. Скорее всего, заварим пока проем листом железа и дальше будем думать. Так, наверху огромная стая. К нам пока не лезут, но все равно. Коля привез автоген. Наработать невозможно. На малейший шум сверху сразу вой. Ставим растяжки. Блин, ну тут... Да, насколько я помню, тут читать надо очень много, поэтому я не буду читать, зачитывать все. Так, а что не подбираем? Типа полные? Ну да, у меня полные патроны. Так, надо запомнить, что здесь есть патроны. Короче, Это кто? Это я? Еще патроны. Так. Патронов много, но у меня они полные. Так, так, тихо. Блин, аптечка. Так, патроны. Не забываем, там были патроны, которые я не смог подобрать. Все взяли. Так, ну огонь... Огонь, конечно, четкий, хороший, мне нравится. Горит офигенно. Но я по поводу того, что игру допилили, теперь он как настоящий прям. Так, пулемет, можно его взять? Нет. Так, сразу буду убивать. Только надо прицеливаться, потому что что-то от бедра не очень. Так, давайте отсюда текать. Что-то мне не нравятся такие шумы громкие. Так, давай резче. Хорош, Тёма. Ой-ой-ой-ой-ой, а ты откуда взялся? Я просто все кнопки жму. Смотрите, стражи, кого-то. Так, нож забрать надо из челюсти. Чё, ранен, да? Все-таки меня там цепанули, грызанули. Да ладно, я даже не почувствовал. Блин, и нож там в челюсти остался. Да, играю я без DLSS, потому что смысла нету. У меня Full HD. А если в DLSS включу, будет разрешение вообще такое себе. Ну, эти артефакты будут появляться. Выглядит не очень. Хотя производительность, да, увеличивается прям в разы. Полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Давайте, ребятка, вливайте. Вот, очнулся Тёмыч. Проснулся наконец-то.
Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Вот так вот. Даже если весь мир против тебя, это не значит, что ты не прав. Если ты не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих, но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? О, это слова ВДВ. А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Ну вот так вот. Ультиматум поставил. Он не гарантирует. Молодцы, все же, Спартак. Так, книжка опять. Так, книжки. Книжки давайте я буду открывать. Заметки. Вот, амбулаторная карта. Если интересно, ставьте на паузу, быстро читайте. Группа крови, четвертая положительная. Честно говоря, уже не помню, когда таких видел. Кстати, да, я ходил, сдавал кровь вчера. Рискуют. Так что я теперь донор. Я как бы приношу пользу миру. Так, тут ничего вроде интересного нету. Дальше будут. Аня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в поле. Так, это все тушить можно. Оба-на, это что? А, это карточки какие-то. Пасхалочки, наверное, типа. Ну, типа там секретных каких-то предметиков, которые можно найти на локации. Здорово, братва. Здорово. Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Но сейчас устроим пир. Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Шутка норм. Оставьте парня в покое. С возвращением, Артём. Ладно, всё, разошлись. Даю вам 2 часа на всё про всё. Ура! Сейчас устроим! У меня как раз с собой было. Ну вот. Чё было? Только приз не как в прошлый раз. Держись, Артём! Так, чё держаться-то? Кого держаться? Недели спустя? Ну, а Артём опять за своё. Ну, красава, так и надо, пацан. Ну, что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щёлкает. Да ты многого не знаешь и не понимаешь. Да ещё эти вон, красавцы.
Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Думаешь, пора? Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артем, потому что умер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чё ж ты такая-то неверующая? Нет в тебе веры. Нету. Загулялись мы, пора фильтры менять. Так, нажмите Е для замены фильтра. Ну-ка, смени фильтр. Так, я нажал Е. Или, а, Е тут, давай тут уже русская раскладка. Все, я понял. Так, ну все, мы сейчас будем возвращаться, значит, обратно в метро.